Барные стулья в интерьере кухни. Фото лучших идей. Приветствую вас, меня зовут Тарас Белик, я киевский дизайнер интерьера квартир в современном стиле. Барные стулья в интерьере кухни, фото которых вы увидите, могут преобразить комнату и разнообразить обстановку. Представляем вам необычное решение на любой стиль и вкус. Красный и оранжевый цвета привнесут теплоту и страсть в интерьер кухни и будут превосходно сочетаться с любым стилем. Необычная идея поддерживать яркие оранжево-красные стулья с желтоватыми оттенками на стенах и потолке. Темная деревянная мебель также сочетается с яркими стульями, при этом интерьер получается более сдержанным и спокойным. Посмотрите мое портфолио по ссылке в описании. Желтый цвет этих стульев создает особенный солнечный характер в комнате, а лимоны гармонично дополняют композицию. Ярко-желтые цвета притягивают внимание. Разнообразные оттенки зеленого потрясающе смотрятся в любом интерьере, как, например, эти. Светло-зеленые барные стулья нашли себя в современной кухне. А эти лаймовые стулья стали ярким акцентом. Яркие небесно-голубоватые табуреты выглядят невероятно наряду с желтыми вставками в интерьере. Нежный голубоватый оттенок этих барных стульев интересно подчеркивает их необычную изогнутую форму. Среди светло-бирюзовых стен эти барные стулья создают интересный цветовой эффект. Вообще бирюза – прекрасное решение для создания акцентов на кухне. Сочетание вызывающих цветов – розового и золотого – придает изюминку этой кухне. Неоновые барные табуреты также приковывают к себе взгляды. Уникальности помещения без труда добавят эти фиолетовые барные стулья. По-настоящему королевские пурпурные барные стулья изменят весь интерьер. Позвоните нам и получите бесплатную консультацию на объекте. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и живите красиво!